Привет, дорогие друзья! Коротенькое видео, как я люблю, пока я монтирую большое. Сегодня инфоповод, день Гутенберга, одного из первых печатников в Европе, по крайней мере. И в эту честь я решил сегодня все-таки распечатать еще одних наклеечек. Вот такие будут наклейки. Ну, вот эти я не уверен в их качестве, потому что я их не обрабатывал. Это просто получается с фотографии сканы. А это уже я помучился над этой вот... Хороший снег, желтый снег. Ну, типа, вы поняли, да, там, хороший коп, мертвый коп, типа, на этом игра. И это у нас получается из сериала «Острые козырьки». Ну, а это вот в честь моего похода, да, который, я надеюсь, осуществится. Вот такие вот наклеечки. Так что, ну, вы знаете, что делать, да, если что, поддержка канала, это вот, пожалуйста. Ну, это еще такие малепусенькие попробую сделать. Что, поехали печатать? Да, я не профессионал в этом деле, как вам сказать. Ну, как, хотя должен был быть. Сейчас вот так буквально у нас файл. Как это все делается. Вот. Печать. Сейчас немножко в настройках поколдуем. Так, вот тут у меня прячется как раз та матовая бумага. Для печати самоклеющейся. Кроме всех минусов, вот есть большой минус насчет печати в этой бумаге, что сторона, на которой печатать, что сторона, которую отклеивать, в принципе, на ощупь почти не различаются, ну, по крайней мере, мне. Поэтому я заранее там пометил себе крестиком. Вот, и ставим наш принтер. Принтер, который, в принципе, для этого не предназначен, но на матовой бумаге, в принципе, печатает. Сейчас. Я специально выставил на задний лоток, чтобы куча листов. Все, пометили. Печатаем стороной в эту сторону. Если бы с нижнего лотка, то наоборот. Вот. И обязательно надо эту планку наклонить. А то как-то не наклонил. И он говорит, что нельзя печатать, потому что не придержит. Вот колесико вот это. Не знаю. Блин, да держись. Вот так вот с одним листом. Что, поехали дальше. Так, ну что, нажимаем кнопочку печать. И молимся, чтобы все было нормально. Так. Вот так вот. Вот так вот создаются мои наклеечки. Никак они должны создаваться, как получается у меня. Правда, я забыл одну вещь сделать. Надо было листочек прогнать все-таки простой бумаги. Выползают мои будущие наклеечки. Вот такие. Так, ну я думал, что будет намного хуже. Вот это получается, это я сделал, ну то есть это, так сказать, в цифровом виде, вот эти ребята. А это вот просто фотография, по сути, я просто немножко... А, все равно, чистил, все равно по краям остался. Ну такое вот. Но это именно копия моего рисунка настоящего. Так, надо полежать, посохнуть немножечко, по идее. Ну мы так за краешек возьмемся. Вот такие у нас теперь будут наклеечки. Осталось мне теперь повырезать аккуратно. Ну, на этом все, ребятки. С днем у вас Гутенберга. Правда, день печати у нас, по-моему, другой день. Ну, ладно.